Всем привет! Сегодня распаковываем блинницу от компании Enigma. Упаковано добротно. Пенопласт плотно прилегает. Блинница представляет из себя рабочую поверхность, обработанную тефлоном, чтобы блин не пригорал, тумблер в передней части, с помощью которого мы выставляем температуру приготовления в диапазоне 200-250 градусов. И с задней стороны у нас имеется провод. Обратите внимание, провод очень качественный, толстый, но комплектуется без вилки. Вилку придется устанавливать самостоятельно. Также в комплекте идет инструкция и очень важный девайс для разравнивания теста. При приготовлении выливаете его в середину, разравниваете тесто с помощью вот этой лопатки и отпекаете блин. Инструкция на русском языке. На передней панели присутствует индикация подключения к сети и индикатор разогрева рабочей поверхности. Тумблером справа выставляем рабочую температуру. Диапазон до 300 градусов. В нижней части расположен поддон.